как на сегодня организован учебный процесс в школе, кем принимается решение о переходе на дистанционное обучение, кто в школе отвечает за безопасность детей, практичные советы родителям начальной школы и выпускникам. Об этом и многом другом в программе «Город С» 13 декабря 18:15. Гости в студии: Ирина Коковина, директор школы номер 3 городского округа Самара, и Ирина Атапина, директор школы номер 29 городского округа Самара.